Вопросы о возмещении льгот, налоги на аренду, общее финансовое состояние города. Вот что сегодня вызвало интерес у бендерчан на встрече с министром финансов. Бендеры нас в этом году радуют по сравнению с некоторыми другими районами, потому что, несмотря на то, что изначально планировалось, что из республиканского бюджета будут дотации, трансферты в бюджет города Бендеры, в местный бюджет, ну, на практике оказалось, что бендеры могут обойтись и собственными силами. Во время беседы с главой Минфина жители подняли проблему изношенных купюр, которые имеются у граждан на руках. Центробанк хоть и изымает такие деньги из оборота, но лучшим решением, как считает Елена Гиржул, является переход на безналичный расчет. Пока государственной программы по переходу нет, но президент уже поставил задачу Министерству финансов работать в данном направлении. Когда речь зашла о налогах, Елена Гиржул рассказала о том, что предлагается упростить систему продления индивидуальных предпринимательских патентов. Мы предлагаем упростить процедуру получения патента, чтобы предприниматель обращался за патентом один раз в год, и потом продлением патента служила та квитанция об оплате, которая будет прикреплена к патенту и будет служить подтверждением того, что человек продлил патент. То есть не нужно будет ходить каждый месяц в налоговую инспекцию. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении Верховного Совета. В первом чтении депутаты его уже поддержали. Татьяна Сярова, Валентин Васильев и Павел Бажонко. Первый Приднестровский.